В администрации состоялись публичные слушания по проекту бюджета городского округа Щелково на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. Бюджетная политика округа сформирована на основании показателей государственных программ Московской области и муниципальных программ и направлена на реализацию ключевых приоритетов социально-экономического развития территории. Проект бюджета был заблаговременно опубликован на сайте администрации городского округа Щелково и в общественно-политической газете «Время» от 18 ноября 2023 года, номер 43/2. Решение о проведении публичных слушаний по проекту бюджета принято постановлением главы городского округа Щелково. Благодаря детальному подходу к финансовому планированию ряд основных показателей социально-экономического развития, таких как демография, развитие предприятий, инвестиционная деятельность, новые рабочие места, а также рост заработных плат, говорят об устойчивом положении экономики и положительной динамике развития муниципалитета. Несмотря на непростые экономические условия, нам удалось не только сохранить стабильность работы социальной сферы и инфраструктурных отраслей, но продолжить развитие территории и реализацию национальных проектов и назначенных мероприятий. На основании всех показателей и прогнозов были определены основные задачи в области бюджетной политики для обеспечения сбалансированного и устойчивого бюджета на ближайшую перспективу. Они нашли свое отражение в главном финансовом документе муниципалитета. Результаты публичных слушаний будут опубликованы в установленном порядке. Виктория Мельник, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.